Спартакс в атаке. Нужно его. Размещается в центр. Гол. К сожалению, гол, но не зря. Не зря я занимаюсь, потому что очень опасно развивались события наших ворот и в результате. 86-й минуте матча спартаковцы вновь выходят вперед, бегут в правую сторону. Своим болельщиком. Илья Мазуров. Все-таки буквально затолкал ворота нашей команды. Ну, честно говоря, не то чтобы как это ничего, но очень активно спартакцы атаковали последние 10-15 минут и уже до этого создали несколько простых моментов, что в результате обернулось пропущенным голом в 18-м рублем на 84 месяца.